Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова видео на проекте Мазин Хулиплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я буду работать час дальнобойщиком. Суть этого ролика заключается в том, что у меня есть газон, третий чип Nitro Audio и есть хороший скилл дальнобойщика, а именно 100-й. Я хочу проверить, сколько на себя я смогу заработать. То есть я буду катать именно на себя и получать за каждый рейс полную сумму. Да, я знаю то, что многие уже записывали подобное видео, даже я несколько раз записывал, но, пацаны, тема, я думаю, актуальная, потому что мне самому, честно, интересно, сколько я смогу заработать. Я буду стараться катать максимально именно прибыльные рейсы, там, 80-го, 100-го скилла, то есть постараюсь заработать максимально много. Ну и заодно вы у меня постоянно спрашивали, сколько ты зарабатываешь уже час, там, и так далее, то есть сегодня я, как бы, вам отвечу на этот вопрос. Ну а если ты планируешь играть на проекте Мазин Хулиплей, то, конечно же, вводимо промокод, пишите /mm, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч. Ну что ж, дамы и господа, я вам желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита. Смотрите видео от начала до конца. И давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Если вы хотите видеть больше контента с дальнобойщиками, то напишите об этом в комментариях. Ну а для того, чтобы у нас все прошло прям идеально, нам нужно починить наш, получается, газончик, потому что целостность здесь не особо привлекательная, и мы будем терять очень много топлива. А нам, конечно же, это не нужно, поэтому сейчас мы пойдем купим ремки и постараемся починить газон в коттедже. Да уж, конечно, чиниться он не особо хочет, я вижу. Да, красавчик, конечно. Ну, нам бы хотя бы один разочек починиться, уже было бы, конечно, хорошо. О, та ты шо? Нитросик, опа. Бочком, бочком, бочком пошел. Дрист, дрист. Давай, давай, давай. Перекладка, перекладка, опа. Ай, молодец, ай, молодец. Так, красный. Ничего страшного. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какой дрифт, ёб твою налево. Вот это аппарат дрифтовый, ёб твою дивизию. Давайте перед тем, как мы начнем, я вам покажу вообще то, что у меня действительно 100-й скилл дальнобойщика. Да, пацаны, прикиньте, вот соточка. За 4,5 месяца вкачал 100-й скилл. Как бы, ну, нормально, чё, неплохо, неплохо. Самое главное, что нам нужно сделать, это, получается, нужно от себя сделать, чтобы мы катали, потому что... Если мы будем катать на компанию, это будет нечестно. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, можно начинать наш эксперимент. Время сейчас 11:34, но округлим 11:35. Штрафы я платил, деньги я положил на банкомат, то есть у меня 0 рублей на руках. И сейчас мы будем смотреть, сколько я все-таки смогу заработать баблишко. Пацаны, хочу заметить то, что я буду катать на себя, то есть у меня рейсы будут без комиссии, я буду получать полную сумму за рейс. То есть это реально имба, и мы реально посмотрим, сколько возможно заработать на 100-м скилле за час. Я постараюсь максимально катать длинные рейсы, это которые больше всего платят. Конечно, у нас сейчас как бы топы там туда-сюда, но пацаны без меня, я думаю, заберут, потому что там, по сути, сейчас АФК топы. И также сегодня у нас пойдет обмен наград, но, скорее всего, этот видос выйдет уже после обмена наград, потому что сегодня 31 число, а этот видос выйдет уже в апреле. Это хорошо то, что мы накопили уже награды, как бы это реально с кайфом просто. У нас как бы 109 наград, сейчас будет 110, я думаю, еще в 3 часа. Заберем одну награду и будет прям просто с кайфом. Я планирую как бы дальше заниматься компанией, не буду ее продавать. Сейчас сделаю обмен, отложу бабки, получается, на обновление. И отложу бабки на премии для личек. И буду как бы дальше развивать компанию, копить награды. Ну и вы, в принципе, будете зарабатывать вместе со мной. А в обычные дни спрос 20%, а здесь 40%. Походу, включено X2, но об этом как бы не написано. То есть, пацаны, мы будем зарабатывать еще больше, если у нас будет рейс со спросом. На самом деле, я даже примерно
точно не могу сказать, сколько я заработаю за час. Ну, честно, я не знаю. Я никогда как бы об этом не думал и это не смотрел. То есть, мне как-то было пофиг. То есть, ну, работаю, работаю. А как бы, ну, я не знаю, сколько я могу за час заработать. Поэтому я постоянно себе спрашиваю, сколько ты в час зарабатываешь. А я как бы не знаю, пацаны. Я как бы не замерял, не пробовал. Поэтому специально для вас записываю вот такой вот ролик, чтобы вы знали, сколько можно как бы заработать. Я буду иногда, пацаны, красный проезжать. Ну, не обессудьте, пацаны. Как бы, ну, это дело такое. Это я не считаю, то, что там какое-то серьезное нарушение. Штрафы мы тоже, пацаны, учтем. То есть, в конце эксперимента я плачу штрафы. Ну, как бы, мы эти деньги спишем. Особо как бы не ругайтесь. То есть, штрафы как бы я тоже учитываю. Поэтому на это не обращайте внимания. То есть, да, конечно, красный ездить не особо хорошо. Но я думаю, если ты никому не мешаешь, то в этом ничего плохого нету. О, еще и премию дали, да? Вы привезли, на котором был высокий спрос. Вот это мне уже нравится, пацаны. 64 тысячи за рейс получил. Уля-ля просто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 64 тысячи, пацаны. И тем временем, прошло буквально 5 минут, у меня уже 70 тысяч, понимаете? За 5 минут я заработал 70 тысяч. То есть, ну это реально жестко. По на базу. Так, иди ко мне в южный. Та ты шо, пацаны? Вот это сейчас лавеха припрет. Так, тем временем прошло 7 минут. У меня уже 123 тысячи. Ну что ж, очередной рейсик, пацаны. И сейчас мы получим лавандосики. 47 тысяч. Ой, как это приятно, пацаны. Просто такие лавехи получать. Прям очень приятно. То есть, в теории, мы где-то должны заработать, ну, 800 тысяч. Плюс-минус, в теории. Но как это будет на деле, мы, в принципе, узнаем. Оказывается, на себя, пацаны, катать очень выгодно. Но на компанию катать тоже очень выгодно. Но об этом я расскажу вам в конце этого ролика. Тем временем мы довозим уже груз. Так, сейчас посмотрим. Ой, еще премию дали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, сотый скилл есть. Та ты шо, вот это берем, ебать, 100%. Ой, как хорошо, ой, как ой, блядь, пизда, бля, ну че, ну у меня же главное, ну куда ты поворачиваешь. Дальше нет смысла показывать, как я работаю, потому что вам будет неинтересно, как бы, итоговый результат, поэтому сейчас вот этот рейсик сдаем, берем следующий, и я думаю, увидимся уже, когда пройдет, как бы, полностью время, и я вам покажу, сколько мне, как бы, удалось заработать. Ну что ж, дамы и господа, вот я и довожу, получается, последний рейс, но немножко опоздал на 2 минуты. То есть я должен был закончить в 35 минут, сейчас 37, но я думаю, немножко мы поблажечку сделаем, потому что я взял рейс, оставалось там 2 минуты, по-моему, ну, минута с чем-то, и я думал, то, что я успею доехать с Лыткарена до Южного, но, пацаны, немножко не получилось, поэтому я задержался на 2 минуты, но, как бы, думаю, в этом ничего, в принципе, страшного нету. Все, рейс я сдал, получается, у меня осталось примерно 10 литров топлива, то есть, может быть, даже меньше, поэтому нам топлива хватило, так сказать, прям тютелька в тютельку. Итого, я заработал 798 тысяч. Я считаю, то, что это неплохо, как бы я платил штрафы на 30 тысяч, поэтому было бы 829 тысяч, если бы я не получал бы штрафы, но если бы я не получал бы штрафы, возможно, я бы меньше заработал. Результат реально неплохой. Ну, нормально, пацаны. Мне нравится, как мы поработали, как бы мы реально заработали неплохие деньги, то есть 800 тысяч, это реально хорошо. Теперь давайте покажу, сколько можно заработать, если вы будете работать у меня в компании. Ну что ж, дамы и господа, теперь давайте я вам покажу способ заработка моей транспортной компании. Давайте я вам покажу. На ваших экранах сейчас идет процесс выдачи премии за топ. То есть, получается, каждый топ я даю людям, которые работали от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый топ, который мы забираем. То есть, мало того, то, что вы можете пойти на личке работать, то есть, если у вас личка, вы можете пойти в компанию. Если вы за день делаете 50 тысяч, вы получаете на руки 250 тысяч. Если вы в компанию накатываете 100 тысяч за день, то вы получаете 500 тысяч. Да, пацаны, возможно, для кого-то это будет сложно, то, что именно за день нужно столько накатать. Вы накатываете и сразу получаете деньги. Я считаю, то, что это максимально выгодно и хорошо. Для того, чтобы следить за всем этим, у нас есть специальная беседа, в которой мы, в принципе, добавляем лич. И они потом по форме скидывают на оплату мне, получается, свою работу. Также у нас в компании есть 5 магнумов. То есть, если вы не личка, вы можете просто прийти и работать на магнуме. Насчет топлива, заправка у нас, пацаны, не ограничена. То есть, сколько хотите, столько и заправляйте. То есть, ограничений по топливу нету совсем. Насчет, пацаны, выплат, задержек практически просто нету. То есть, вы накатали, я там в течение часа вам уже выплатил. Если я в игре нахожусь, то там в течение часа я выплатил. Если у меня нету в игре, то либо вечером, либо там на следующий день, я всем выплачу. То есть задержек, в принципе, нету совсем. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если что, я играю на втором сервачке. Буду вас
всех ждать, кто желает, приходите, я вам смогу принять в компанию, могу принять вас в семью, чем смогу, тем помогу. В этом ролике, я думаю, вы поняли, сколько можно зарабатывать. Если вы хотите зарабатывать больше, чем просто 800 тысяч за час, то вы можете пойти ко мне в компанию и в день зарабатывать там около миллиона, может быть даже больше. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.